говоришь, ты был капитаном милиции, да? То есть вроде бы изначально, ну, да, достаточно, я даже не подумала. Достаточно далеко от детей-сирот, ну, в каком-то смысле все-таки, да. Потом вот своя нагрузка на работе, домашние дела, вот своя жизнь. И вдруг человек решает, что тема детей-сирот для него настолько важна, что он посвящает энную часть своего времени этому. Я говорю, это что, было просто, ну, скажем, вот в один прекрасный момент ты просто принял решение, или это родилось сразу? Вот как это у тебя происходило? Тань, ты знаешь, я сейчас не вспомню вот это вот, чтобы медаль там себе повесить, да, как вот это родилось, вот я там вспомню, да. Нет, здесь не насчет медали, просто... Честно говоря, не помню. Просто, знаешь, это я просто молился, да, и вот думал, чем бы мне заняться. Ну, вот видишь, сейчас какое прекрасное слово-то на поверхность поднялось. И так вот Господь устроил, что вот я познакомился с человеком, ну, который, в общем-то, полностью разделял мои взгляды. И мы где-то за неделю до этого мы сидели с женой на кухне и мечтали, я вот свою мечту и рассказывал, там рисовал, какую бы я хотел там детскую деревню построить, да, понимаете? Китиш. Вот. Ну, очередной. Часто я понимаю, что это утопия, да, но вот тогда это у меня было. И когда я пришел к директору приюта, у него такая же была деревня, даже конюшня у нас с ним в одном месте была. Вы были вот на одной волне. Да, я понял, что это вот точно мы сделаем это дело вместе. И вот стал там заниматься. Ну и ряд жизненных обстоятельств, которые Господь ставит человека. То есть у меня был огромный опыт работы с людьми, с детьми, ну, в принципе, 15 лет службы, солдаты, те же дети, понимаете, то, что... Вот, и я мог чему-то научить ребят, что-то им передать, то есть я очень люблю там походы всякие, на выживание всякие, вот эти вот интересные вещи, и я занимался с ребятами и видел, что, ну, я полезен, я нужен.